Здравствуйте, дорогие друзья! Извините, я тут немного прикорнул после вкусного обеда. Но этот звук вернул меня из мира грез к реальности. Да уж, настоящая иерихонская труба. Простите, друзья, я в неподобающем случае виде. Ух ты, какие вы шустрые! Пока я спал, кто-то написал мне письмо. Так. Пишет Женя Усачев из Архангельска. Знаете, профессор, как-то летом гуляли мы с моим другом Васей по полю. А в траве то тут, то там стрекотание букашек разных. Прямо настоящее сольфеджио. Ни минуты молчания. А Вася идет и как будто не слышит ничего. Тишина-то какая, говорит. Никогда такого в городе не бывает. Я ему говорю, какая тишина, грохот как на концерте. Ну, Вася меня децибелом тогда обозвал. Почему он дразнится, профессор Кварк? Может, со мной что-то не так? Нет, Женя, с тобой все так. Просто у тебя очень острый слух. И децибел – слово. Не обидно. Алло? Алло, алло, прачечная? Извините, вы ошиблись номером. Какой громкий абонент? Не меньше 80 дБ. Кстати, телефон изобрел американец Александр Белл в конце 19 века. Именно в честь него и была названа единица измерения громкости звука. А 1/10 часть Белла – это дБ. Все просто. Звук на самом деле – волна. Но волны на поверхности воды мы видим. А звуковые волны – это колебания воздуха, и поэтому они невидимы. Смотрите, если я сильно воздействую на воду, то волны большие. Если чуть трогаю, то маленькие. Также мы воздействуем на воздушную среду голосом или механически. Если сильно, то звук громкий. Если нет, то тихий. Есть такой аппарат – осциллограф, который позволяет нам увидеть звуковую волну. Вот как будет выглядеть громкая звуковая волна на экране осциллографа. А если звук тихий, то волны будут… меньше. Если я буду говорить шепотом, то громкость моего голоса будет равняться примерно 15 дБ. А, к примеру, 130 дБ – это очень громкий звук для человека. Такая громкость вызывает боль и опасна для слуха. Но громкость – не единственное свойство звука. Звук еще может быть низким и высоким. Высота звука измеряется в герцах. Эта единица названа в честь немецкого физика Генриха Герца. Знакомьтесь, камертон Камертонович имеет высоту 440 герц. Почему 440? Все просто. Это 440 колебаний в секунду. Это нота ля. На нее равняются все известные музыканты мира, когда настраивают свои инструменты. Дело в том, что звук издают практически все колеблющиеся предметы. Высота звука, как вы уже поняли, зависит от количества колебаний в секунду. Человеческое ухо способно воспринимать звуки частотой от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Шумы с частотой меньше 20 Гц называются инфразвуком. Больше 20 тысяч Гц – ультразвуком. Человек не слышит ни те, ни другие. Но, к примеру, немецкая овчарка может расслышать инфразвук с частотой 15 Гц. А
летучие мыши слышат очень высокие звуки на частоте около 120 тысяч герц. Дельфины и вовсе способны воспринимать ультразвук с частотой аж 150 тысяч герц. Что же касается человека, то он заставил ультразвук работать на себя. Сейчас в каждой поликлинике есть аппарат УЗИ, в котором высокая проницаемость ультразвука помогает врачу обследовать больного. Но и у людей слух, конечно, разный. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Пожилые люди уже плохо различают звуки с частотой больше 6000 колебаний в секунду. А у тебя, Женя, слух хороший. Ты слышишь такие высокие частоты, которые не всякий способен услышать. Так что правильнее было бы дать тебе прозвище... Мегагерц! А чтобы ты не обижался сразу, поясню, что мегагерц – это миллион колебаний в секунду. А ты, Женя, слышишь довольно высокие звуки, которые издают насекомые. А это очень-очень быстрые колебания, частота которых исчисляется в мегагерцах. Светлана из Норильска спрашивает. Дорогой профессор, я очень люблю музыку Бетховена. Я узнала недавно, что великий композитор потерял слух, когда ему было 30 лет. Но все-таки ему удавалось услышать фортепиано. Когда он приставлял один конец трости к инструменту, а другой конец зажимал в зубах. Как это ему помогало, профессор? Человеческое ухо, Светочка, устроено очень сложно. Собственно говоря, сами уши, то есть ушные раковины, это не самые важные части органа слуха. Все самое главное находится внутри. Ушную раковину и слуховой проход ученые называют наружным ухом. Среднее ухо состоит из барабанной перепонки и слуховых косточек. Эти малюсенькие косточки называются молоточек, наковальня и стремя. Благодаря этим косточкам колебания, которые улавливает барабанная перепонка, передаются во внутреннее ухо. А внутреннее ухо напоминает лабиринт. Вот посмотрите. Эта часть слухового аппарата называется улитка. Более 20 тысяч нервов во внутреннем ухе уже превращают механические колебания в электрические импульсы. Эти импульсы передаются в головной мозг человека и вызывают у него слуховые ощущения. Вот и ответ на твой вопрос, Светочка. У Бетховена внутреннее ухо было здоровым, и поэтому он мог воспринимать механические вибрации с помощью трости. А это мои соседи. У них маленький ребенок, и им не нравится, когда я громко играю. Видите, звуковые волны передаются не только в воздухе, но и в твердых телах. По железу они передаются даже быстрее, чем в воздухе. Сейчас я им скажу, извините. Извините. Все. Так, посмотрим, что нам пришло на электронную почту. Есть письмо. Пишет Катя из Ростова-на-Дону. Профессор, а правда, что кобры, как и люди, любят музыку? Я видела в цирке фокусника. Он играл на дудочке, а кобра танцевала под музыку. Сейчас узнаем. Друг мой, знаешь ли ты что-нибудь о кобрах-меломанках? Молчит, как рыба. Но я отвечу на твой вопрос, Катя. Кобры, увы, ничего не слышат. Когда с корзины, где находится змея, снимают крышку, кобра приподнимается. Она готовится к защите. Потом она следует за движениями дудочки, готовясь
к атаке. Но у многих других животных слух очень хорошо развит. У рыб, например. Они хоть и близорукие, как мы с вами помним, но слышат хорошо. Карпы, когда слышат танцевальную музыку, даже пляшут, всплывают то вверх, то вниз. А пескари, слушая скрипку в басовом регистре, словно пританцовывают в такт и быстро вибрируют грудными плавниками. Кстати, помимо громкости и частоты, у звука есть еще одно свойство – тембр. Это индивидуальная окраска каждого звука, благодаря которой мы отличаем звук скрипки от звука фортепиано, гитары или голоса. Кажется, я ответил сегодня на все вопросы, которые вы мне задали. Теперь вы знаете, что звук переносится с помощью колебаний воздуха и отличается по громкости. Она измеряется в децибелах. И по высоте она измеряется в герцах. Напомню, что человек может слышать звуки частотой от 20 до 20 тысяч герц. И еще важно знать, что звуки одинаковой высоты и громкости могут отличаться друг от друга своей окраской. И называется она тембр. Наверняка у вас осталось еще множество вопросов по поводу звука, но я отвечу на них в следующий раз. Присылайте свои вопросы по адресу: Москва, Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя», профессору Кварку или на сайте телеканала www.радостьмоя.ру. До свидания.